Приветствую вас, ребят. Сегодня мы будем ставить на нашу GTA Vice City русификатор. Хороший русификатор. Вот нашел на Playground статейку. Можете здесь также тестово посмотреть озвучку этого человека. Нам нужна вот эта вот версия для Windows версии. Надо будет, ну, нажать на ссылочку скачать и подождать 60 секунд. Скачать сайт или торрент файл. Как вам удобно. Как скачали, вот такой вот экзешник появился. Заходим в него. Так, вот появилось у нас. Так, принимаем. И указываем папочку с нашей игрой. Получается, папку с нашей игрой нужно указать. И устанавливал. Вот. И папочку аудио. Вот указываем папку с нашей игрой, и потом папку аудио. Окей. И извлечь. Да, для всех нажимаем. Так, все установилось. Запускаем нашу игру, затестим. Эй, парни, это Кен Розенберг, сюда. Эй, отлично, эй. В общем, я отвезу вас на встречу, ладно? Итак, я поговорил с поставщиками, и они очень хотят начать деловые отношения. Так что, если все пойдет хорошо, для нас это будет очень неплохо, понимаете? Отлично. Итак, они братья, ладно? Один будет совершать обмен, а другой будет за штурвалом. Итак, это они в вертолете. Теперь насчет сделки. Они хотят произвести обмен на открытом месте. Понятно? Итак, остаемся спокойными. Вперед. Привез? 100% колумбийский товар высшего качества, друг мой. Покажи. Боксы? Десятки и двадцатки. Не новые. Ну тогда по рукам, мой друг. Вот черт! Давай, сваливаем отсюда, гони! Стоило мне высунуться на одну чертову секунду, как судьба тут же окунула меня по уши в дерьмо. Пойди выспись. А ты что собираешься делать? Завтра я заеду к тебе в офис, и мы попробуем разобраться во всем этом. Так, ну все, ребятки, у нас русификатор установился. Все классно, все четко озвучено. Сейчас еще съездим на миссию, еще посмотрим на диалоги.
Лопе! Привет, Сони. Томми! Томми! Ну, наконец-то! Я знаю, тебя переполняют эмоции. 15 лет. А кажется, это было только вчера. Но это как посмотреть. Эй, отсидеть ради семьи удовольствие не из приятных, но семья заботится о своих, понимаешь? Ну так как прошла сделка? Белое золото у тебя? Слушай, Сони, нас подставили. Там была засада. Гарри и Ли мертвы. Надеюсь, это шутка, Томми! Скажи, что деньги все еще у тебя. Нет, Сони. У меня нет денег. Это были мои деньги, Томми! Мои деньги! Тебе лучше не шутить со мной, Томми, потому что ты знаешь, что со мной шутки плохи. Подожди, Сони. Даю тебе слово, что верну твои деньги. И дурь. И отправлю тебе члены тех, кто в этом виноват. Эй, я и так это знаю. Ты не дурак, Томми, но учти, я тоже не тупой. Если бы это был кто-то другой, он был уже мертв. Уже. Но поскольку это ты, поскольку мы давно знакомы, я позволю уладить тебе это дело. Слушай, Сони, я дал тебе слово. До связи. Ну на этом все, ребят. Русификатор топовый, устанавливайте. Все ссылочки будут в описании под видео. До следующего видео.